да, сейчас мы с тобой сохраним. Заряжем. Я сейчас вперед должен кинуть, вперед и вниз. И зачем ко мне пристал? Я на него захожу, видно? Станьте нахуй сразу. Здесь, опять же, смотрите, тоже такой момент, чем ему хорошо, чем удобно. Когда он правый прямой пробил, не, давай в касание. Да, вот так. Не жалей его, что он приехал тут поебаться, дай ему. Стоп. Ос. Нет, ну, ос это как бы, да, полосатый мух, но мы сейчас не про это. Смерть. Да, извини. У него заряжена нога. Да, он там по-боксерски, может, чуть-чуть неправильно, но по-каратистски достаточно нормально. Чуть пошире бы ноги сюда, да, типа замкнуться почти. Он очень сильно заряжен. Самые сильные мышечные группы. Ноги, спина и боковые мышцы, окружающие наш там кишечник. Куда мы жрату закидываем в топку. И он сейчас с таким удовольствием впишет, как вот, да. Ну, только еще, дай, бах. Смотрите, видно? Вот если он чуть-чуть плечо продвинет вперед, а я бы просто поставил ручку. Он, во-первых, достает. Да. Второй, он просто, если я просто поставлю руку, он мне сломает. Он ее сомнет. И мое кунг-фу мне не поможет, я лягу спать. Конечно, как кунг-фуист, но спать. Поэтому, смотрите, раз, он заряжен. Я чуть вперед должен кинуть. Вперед и вниз. Вниз почему? Потому что тогда я смогу его развернуть и спросить, ты зачем ко мне пристал? Ошибся, да? Все. Поэтому обращайте внимание, ну, на его возможности. Ну, в плане мышечной, скажем так, работы, это очень важно. Надо понимать, как мышцы работают. Прям вот надо. Допустим, знаешь, что мышцы сгибателя, они намного быстрее в рефлексе срабатывают, чем мышцы разгибателя. То есть человек, если схватил, притянул, то будет быстрее, чем он толкнул. Ну, например. Поэтому хорошие борцы, они опасны тем, что вы по незнанию своему думаете, они сейчас ворот будут. Нет, там движение такое, ну, как пуля. Там броски такие, что, ну, как бы, кто стоял с хорошими борцами, я не знаю, они очень быстрые, очень, сука, сильные. Да. Поэтому обращайте внимание, смотрите. Бери. Раз, ножка пригружена. Сядьте на нее. Если, допустим, я сейчас аккуратно сделаю. Если, допустим, я его приработал, видно? Вот он у меня сел в это положение. Видно, он уже закрылся. Да. И пускай закрывается. На излом, да? Все, я, ну, ничего, все нормально. Молодец, стараешься. Понятно, что все просто. Ну, оно близко все, достаточно рядом. Понятно. Просто, понимаете, парни, мы когда в атаке в конкретной, да. То есть, ну, уже тельняшка, все понятно. Мы хотим сделать движение посильнее, для того, чтобы взять человеку побольнее. Для этого переключаемся на старые глубинные шаблоны, которые там у нас в глубоких слоях мозга, а это надо размахнуться, пошире, да, напрячься, да, и, да. Как это по-русски, ударить. Да, да. Это другое слово сказать, нецензурно. Поэтому здесь надо работать. Здесь надо сработать так, чтобы в касание человек уходил, чтобы ваши движения были надежными, а ему больными. Он бьет. Что не так? А, скользко. Он бьет. Попался. И попался. Чего бокс-то устраивает? Это улица. Хотя бокс очень люблю и уважаю, на самом деле. И да, сейчас мы с тобой постоим. Продолжаем сейчас, ребят, ту же тему. Пожалуйста, не ускоряйтесь. И очень важно, смотрите, не поддавки, да, чтобы были, вот я ребятам говорил. Очень важно, чтобы вы прям продавливали рукой, вы показывали, где опасно, где человек пропускает, реально. А то, знаете, так в паре, особенно с товарищем, работаешь. Так, Вася, ну давай сейчас там, ага, показали кунг-фу, сейчас сделал. О, у тебя получается, ну так и у тебя получается. То есть медвежья услуга, ты вроде товарищу сделал приятно, ввел его в заблуждение, что у него получается, а на улице он выходит, отхватывает, говорит, блин, слышь, не работает кунг-фу. Обидно, да. Поэтому здесь подход должен быть абсолютно трезвый. Есть
понятие необходимости и достаточности, да? Понятно, что можно быстро вся там раскровякать, но хули толку, тренировка должна быть, понимаете? Я с человека должен работу получить, пользу вытащить какую-то. Не доказать, не рулетками помериться. А мы должны друг другу помочь. Все... Концепция такая, если ты знаешь ответы на какие-то вопросы, ты задавай, я отвечу. Если вопрос будет таким, на который я ответ не знаю, вместе сядем, подумаем и что-нибудь придумаем. То есть подход должен быть такой, коллективно-инженерный. Тогда будет польза. И, парни, никогда не кидайтесь какашками в представители других единоборств. Там... Да что там каратисты? Вот бокс, там ММА сейчас, хач, как все выломал. Да, круто. Посмотрите на чемпионат Японии, какие там скоростя и какие дикие нокауты, блядь, которых вообще не видно, как происходит. Там, а венчунисты, что они там стоят? Есть такие венчунисты, что у него вот этого короткого движения ты его не видишь, его хватает настолько, что ты потом просыпаясь думаешь, куда этот гад делся, блядь. Все зависит от человека, не от системы. Не будьте шовинистами от системы. Я боксер, я крутой. Дурак ты, блядь. Я борец, я крутой. Дурак ты, блядь. Ты человек, который решает задачу в данное время, в данном месте. Если у тебя получилось, ты молодец. А сколько таких не молодцов с дырочками в боку, блядь. Он там только в стойку встал. А, ты боксер. До свидания, блядь, боксер. Боксируй, блядь, когда из больницы выйдешь. Смотрите, то же самое под правой прямой. Ухожу, но теперь, когда я руку поймал, я его локоть толкаю вот сюда, за него чуть-чуть. Здесь это движение, оно фактически тоже как атакующее идет. Не защитное, а именно я на него захожу, видно? А, далеко не толкайте, потому что если вы далеко оттолкнули, он дистанцию набрал, и сейчас дальше, да, продолжится атака совершенно верно. Поэтому здесь ваш контроль, вот он. Вот этой рукой я контролирую спину и голову, вот эту часть. А уж если он чуть зашагнет ногой вперед. Не-не-не-не-не, вот это плохо. Вот это ногой вперед. И с разворота мне ебанчик локтем. Очень красиво. То есть бэк без локтя. Да. Я пропускал, я знаю, это клево. Да, звезды были. Ой, спасибо. То есть раз, вот моя работа. Видно, где я? Да, то есть, ну, как бы мы, понимаете, мы как бы стараемся просчитать шаг. У него есть какие-то возможности на его передвижение на ногах и на определенный, скажем так, технический арсенал ударов. Я стараюсь его, да, обходить. Теперь я сюда, я бить не буду, но согнется. Тух, туда. Согнись, пожалуйста, там. Я отсюда уже. Да, да. Пах очень эффективно, ребят, работает. Пах, либо нестандартное движение, когда он бьет, я просто видно вхожу. Если мы начинаем сейчас, ну давай, или я давай. Он в знакомом поле находится, ему удобно. Если он более подготовлен, он вас переиграет, он вас, ну, победит, он ударит. Как только он руки поднял, он боксер, подними руки. Да нафиг. Вот прям сразу, ребят, ну правда, да. Ожидаю, какие комментарии какие-то будут. Ну, простите. Да. То есть, как только вы увидели, что человек хорошо стоит на ногах, хорошо дергает, двигается, блядь, не ведитесь на эту песню. Да ну тебя нахуй сразу. Обидьтесь на него и уйдите, что он, какая-то. Да. Как только поднялись ручки, сразу гасите нижний этаж. Вот, блядь, сразу. Ну не так вот. Потому что так он просто достанет на отходе, на сайдстепе. Прячьтесь, уходите, режьте по низам. Потому что на боксе он вас переиграет, если вы не очень подготовлены на руках. Это важный момент. Поэтому сейчас вы просто чуть подзакручиваете. Пойдет раз, вторая рука сразу сюда. Видно, здесь я страхуюсь. Здесь я боюсь. Движения должны быть плотными и надежными. Попробуем теперь, ладно?